начинается день второй, по-российскому, я думаю. Проснулся в гостях у Мартина. Say hello. Честь! Вот его семья. Это hello. Кристина, а это Виктор. Виктор, hey. Он очень улыбчивый парень, очень веселый. Мы позавтракали, и я собираюсь выходить дальше путешествовать. Очень хорошая семья. Very nice family. And very nice guy, Victor. I invite you to Krakow to come visit us, our family, our kids. Smile! Встаю на остановке, жду автобус. Нашел такой сайт, называется hitchwiki.map. И там указаны точки для хитчхайкеров, для автостоперов, где удобно остановиться на выезд, с комментариями и так далее. Ну вот, на выезд из Праги есть такое место перед автострадой. Хорошее. Вот туда я еду. Тут, а там сзади вон стоит еще один автостопер. Видимо, хорошая точка, чтобы поехать через полдень в Германию. Вон там стоит. Не хотел фототься. Видео сниму издалека. Мой товарищ, который стоял здесь, уже уехал. Остался я. Будем ловить, значит, я тоже еду. Наконец-то поймал первый стоп мой. Лукас, чех, едет из Праги куда-то там в Альпы. Ну и поедет через Германию, через Чехию. Зашел в магазин купить водички. И едем дальше. Может, поеду через Мюнхен, посмотрим. Кстати, планы поменялись. В Карловы Вары я не еду. А еду через Германию сразу в Швейцарию. Где меня ночь застигнет, подозреваю, где-то в Германии. Вряд ли удастся сегодня доехать до Вевей, это Швейцария. Если где-то в Германии, то ночу в Германии. Еду вместе с Лукасом до... Он едет в Австрию, к своей знакомой, Лукас. А я высажусь в Мюнхене. И я дальше буду ловить до Швейцарии. Может, там где-то заночую. Лукас, он диджей, играет в клубах. И это его музыка. Качаю. Right, диджей? Yes. Едем в Германии. Уже в Германии.
местечке Гейзен... Хаузен, что-то такое, в 20-30 километрах от Мюнхена. Чтобы не въезжать в большой город, хочу объехать его по объездной дороге на восток, в сторону Мемминген, надо проверить на карте, в сторону Швейцарии. Иду на точку. Ну вот, вот шоссе, вот Эйбенштрассе тут. Автобан. До Мюнхена меня подвез человек по имени Луц, которого, не знаю, 70-80 тысяч километров проехал хичхайком, автостопом. И вот мне он говорил, как, где лучше останавливаться, куда лучше ехать и так далее. Учил ему разуму. Сейчас я нахожусь в Мюнхене. Уже 9 часов вечера. Видимо, я никуда сегодня не уеду. Пойду ставить где-нибудь палатку. Тут недалеко лес. Есть. В лесу поставлю палатку. И завтра с утра, может быть, начну. Продолжу путешествие. Гуляю по спальному району Мюнхена. Вон там. Велосипеды вот так прямо оставляют на улице. Правда, пристегнуты за свое колесо. Но можно поднять, унести. Но тут, видимо, все мирно с этим. Вот мой лесок, которым я буду искать место для своей палатки. Будем прятаться. А завтра я, наверное, поеду посмотрю центр Мюнхена. А может быть, с утра рвану дольше. Будет.